Access granted. Ты сын Тунга? Так уверяет моя мать. Но ты не из Bell Tower, и ты не китаец. Могу ли я предположить, что мой достопочтенный отец решил перестраховаться и прислал за мной тебя вместо своих сборщиков? Отличное предположение. Уходим отсюда. Вряд ли получится. Насколько я знаю, у Bell Tower там много вооруженных людей. Возможно, тебе удалось избежать встречи с ними, но, по-моему, здесь куда безопаснее. Без обид, американец. Без обид. Я и сам не в восторге от наших шансов на успех, но когда я посмел в них усомниться, мне велели отдать тебе это. Ну и ну! Молодец, отец! Это все меняет, при условии, что устройство правильно собрали. Ты готов отправляться? Сначала ответь. Как людям Bell Tower удалось тебя похитить? Что ты имеешь в виду? Брось, парень. Я, конечно, не в курсе всех дел Триад, но могу поспорить, твой отец вот-вот станет головой дракона. Вряд ли кто-то мог так просто прийти и забрать его сына. При обычных обстоятельствах ты был бы прав, но в данном случае это я вот так просто пришел к ним. Ты хотел, чтобы тебя похитили? Почему? Скажем так, я не разделяю любовь отца к имплантам. Я считаю, что они опасны, и наша семья не должна столько в них вкладывать. Но отец считает, что я должен, как у вас говорят, пойти по его стопам. Поэтому нужна смена обстановки. Не совсем понимаю. Тонг Сихунг никогда бы добровольно не отпустил своего сына. Надо было убедить его, что мне необходимо немедленно покинуть Хэнджи. Так ты подстроил похищение. Ты играешь с огнем, парень. Направляя триады на Bell Tower, ты подвергаешь риску все население Нижнего Хэнджи. Возможно, так и есть. Но ты здесь, чтобы меня спасти, так? Значит, пока мой план работает. Так. А еще, чем больше у тебя власти, тем быстрее она ускользает из рук. Я постараюсь это запомнить, американец. А теперь идем? Мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что это за устройство и что ты собираешься с ним делать. А тебе не объяснили? Неудивительно, учитывая, как отец любит всякого рода тайны. Если ты еще не в курсе, его сборщики переделывают современные технологии для своих целей. Если ты имеешь в виду, что они крадут их у одних и продают другим, то я в курсе. Не скажу, что я это одобряю, но далеко не все перепродается. Иногда устройства разбираются, и из них собираются более полезные вещи.
Например, переносные приборы, которые работают и без вживления в организм. Только я до сих пор не знаю, что это такое. Проще показать, чем объяснить. Ну что, идем? Да, только не отставай. У нас с твоим отцом осталось незаконченное дельце. И если я не доставлю тебя целым и невредимым, ни хрена не выйдет. Об этом не беспокойся. Я прослежу, чтобы отец выполнил обещание. Может, даже и сверху что-нибудь даст. Я благодарен тебе за помощь, но с этого момента каждый сам за себя. До встречи!
посылающего нервные сигналы непосредственно в неорганические ткани. Медленно обратиться в местные клиники протез для замены бракованных чипов. Босс велел тебя пропустить, только давай. У вас есть дар, Дженсен? Если нужна будет работа, скажите мне. Я так понимаю, парнишка цел и невредим. Он сказал, что я должен вам оружие. Я всегда возвращаю долги. С процентами. С одним долгом разобрались. Теперь рассказывайте, что знаете. У Белтауэр в порту два корабля. Они считают, что никто этого не замечает, но я-то все знаю. Каждые 2-3 дня один из кораблей ночью загружают, и он отплывает. И куда же? Умный человек спрашивать не будет. Я только знаю, что Хэйчжэньчжу отплывает сегодня. Там, где он пришвартуется, вы наверняка найдете своих ученых. Как-то все сомнительно, Тонг. Да. Но вам везло столько раз, что и не сосчитаешь. У Белтауэр серьезная охрана. Как я, по-вашему, попаду на корабль? Один из моих парней оставит вам посылочку в грузовом отсеке. Когда найдете ее, я скажу, что делать дальше. Буду ждать, затаив дыхание. Преградили путь пациентам в клинику протез. Какого хрена тут произошло? В начале недели эта организация получила разрешение на акцию протеста, но полиция решила преждевременно ее прекратить и перекрыла Бродвейский туннель. Не исключено, что хочешь дружеский совет? Держись подальше от парней из Белтауэр, что патрулируют улицы. Ты покупаешь или продаешь? Я делаю и то, и другое. Взгляни на компьютер и увидишь сам.
Возвращайся. Там есть. Возвращай. Там есть. Пока-пока. Access granted. Access granted.
Эй!
Access granted.